В Ульяновском регионе продолжается реализация всероссийской акции «Мы вместе». К сожалению, в области еще сохраняется высокая заболеваемость новой коронавирусной инфекции. Поэтому проект взаимопомощи как никогда актуален. В регионе сформированы штабы добровольцев, готовых прийти на помощь. Они помогают купить лекарства и продукты людям с пониженным иммунитетом, также заботятся о пожилых и людях с ограниченными возможностями здоровья. Мы будем лишний раз напоминать людям, как защититься от болезни, что им нужно делать, если вдруг ты чувствуешь какие-то первые симптомы. И также у нас, что, наверное, очень важно, запускается линия консультирования от волонтеров-медиков. Среди волонтеров как студенты, так и врачи, предприниматели и общественные активисты. Поддерживает добровольцев Министерство молодежного развития Ульяновской области. Нами разработана программа развития добровольчества с 2021 по 2025 год. И на сегодняшний день подготовлен проект распоряжения об утверждении данной программы. Поэтому в ближайшее время мы надеемся, что развитие добровольчества у нас выйдет на новый уровень. И мы будем совместно с молодыми ребятами достигать тех результатов, которые требует от нас губернатор и страна в целом. На встрече наградили волонтера Дарью Глинкину грамотой и медалью президента России Владимира Путина. Девушку поблагодарили за бескорыстный вклад в организацию акции «Мы вместе». Мне действительно лестно понимать, что эта пандемия показала истинных общественников, неравнодушных людей, которые выходили в эпицентры заболеваний, помогали жителям и всячески поддерживали эту обстановку, которая была. Также на встрече участники обсудили вопрос о взаимодействии с региональным отделением партии «Единая Россия» по развитию волонтерства на территории нашего региона. Антон Никонов, Владимир Куликов. Новости Улправда ТВ.